Всем привет, мои друзья! Мы едем в горы. Смотрите, какая дорога. Жесткая дорога. Камень. Да. Неверный путь мы выбрали, да? Нормально. Привет. Нормально, ага. Мы уже, считай, на трассу уехали. А красотища-то какая? Красота вообще. Такая красота у нас в лесу. Вот и все. Самое мы плохое проехали. Но тут тоже колея хорошая. Как всегда, мы втроем. Олег, Ася и Владимир. Ася, привет Ютубу. Привет Ютубу. Привет Ютубу. Ой, как красиво. Дорога прям вообще красивая. Дорога красивая. Смотрите, какая красота. Такой лес у нас. Тайга. Я люблю вот это место снимать. Всегда здесь прям так красава. Елочки в снегу. Мы здесь летом ездили. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот елка какая лежит. Как красиво. Мне вот сюда охота попасть это. Я всегда весной сюда хожу. Так вот мороз. Покидывай, смотри-ка. Это как мороз, и вот когда иней образуется, вот иней. У меня есть одна съемка год назад, что я снимал, но я так немножко что-то снял, и все, не особо еще фотографии все делал. А это вообще вот, так вот, все прекрасно. Ну ладно, друзья мои, посмотрели вы эту красоту, оставайтесь со мною, маленько. Включимся. Едем вне дороги. В подъем. Да. Да. Дорога кончилась. Дорога кончилась. Осталось одно направление. Снегоход прошел? Снегоход прошел. Снегоход прошел. Конечно, понижено, наверное. Вот и делянка. Смотри, какая пурга. Точно МЧС предупреждала в лес не выезжать. А мы поперлись. А мы поперлись, нам что вот? Опа, вот это да. Это пурга. Наверное, налево надо. Давай, 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 давай. О, тут все пермелоны.
кусты лежат уже сгнилины. Да. Заехали в самую никуда. Хотим развернуться. Проехали поворот. Снег глубокий. Но идет. Хорошо. Развернули. Сейчас пойдем пешком. Попробуем пройти к скалам. Смотрите, какой ураган поднимается. Это что-то. Мои друзья! Вот мои друзья. Сейчас попробуем пройти к скалам. Но не знаю. Больно ветер сильный. Прошли мы, но до скал мы не дошли. Бунты сниму. Бунты сниму сейчас. Ветер усиливается. Возвращаемся мы назад. Оставайтесь с нами. Посмотрите нашу дорогу. Сейчас вот снимем панораму. Вот здесь родник. Да, родник. Просто боимся, что дорогу заметет, и отсюда мы не выберемся. Выезжаем на поляну. Самый экстрим. Прорываемся мы. Хорошо, хорошо, хорошо идет. Такая ветвержина. Вылази, Снегурочка, куда, куда тебя занесло? Ну да, снега по пояс, надо же. Обратно вот полегче возвращаться по нашему следу. Какой-то камень вообще лежит. Слева лежал. Снегом присыпанный. А помнишь, как здесь летом в мотоциклах ездили? Ась, да. Помнишь? Здесь колеи же сплошные, да? По-моему, я даже тебя на мотоцикле вез. Угу. Вез здесь? Да. Был один. Да, вот помню, на мотоциклах мы здесь здорово зажигали. Это... Первый раз мы приехали на эти гребни, да? Угу. Ну, последний, еще проедем. Погода будет. Морозиться надо, чтобы дорога была нормальной. А сейчас она какая-то скользкая больно. Вот эти все вот их патчина. Ну ничего, друзья мои, едем мы, едем. Вот, друзья мои, подъехали мы к другим скалам. Это Марюткин камень. Посмотрите, какая красота. Сейчас я вот увеличу эту гору. Мощная. Ну вот ветер стих. В лесу хорошо. Подойдем поближе сейчас. Вот зайка пробегал.
И недавно вроде. То есть какая красота. Какие скалы. Наши скалы. Опять ветерок поднялся. Вот такая вершина. Ася, куда пошла? Ну туда. Куда туда? Ну туда. Ну-ка, куда это туда? Покажи. Ты хочешь подняться? А, ну давай. Такая красота у нас. Такие елочки. Ух. Ветер стих немного. Хоть что-то. Ну и что ты видишь? Эта скала похожа на слона. Он спит. Спит. А это его хобот. Ну хорошо. Но что-то есть. Вон глаз закрытый. Глаз закрытый. Понятно. Ну ты весь снег истоптала. Смотри, у него даже вот растительность, как будто вот волосики на хоботе у них же есть. Ну ладно. Будем думать так. Такие елочки у нас. Посмотрите. Какая красота. Украсились. Украсились. В лесу. Прелесть. Тайга, уральская, ну вот, надышались мы уральским воздухом, посмотрели на скалы и возвращаемся мы домой. Такая красота у нас. Друзья мои, хочу показать вам самый сложный участок дороги на нашем пути. Когда мы поднимались, я его не снял. Сейчас покажу. Такая колея. В общем, поднимемся мы сюда с Божьей помощью. Но думаю, что и спустимся. Лишь бы встречной не было. Иначе здесь тут не разъедешься. Такие вот дороги. Лесовозы все. Убили ее. Они и строили ее под себя, собственно говоря. Как в ущелье едем. Вот участок дороги где-то 300 метров. Такой вот. Ну, есть объездные. Можно проехать и объездным. Ну, вот так вот поехали. Выехали, все, экстрим закончился. Катились как на санках. Да, но подниматься сложнее было, конечно. Подниматься посложнее было, и намного.
друзья мои. Закончилась наша поездка. Спасибо всем. Такое солнышко. Да, солнышко красиво. Кто был с нами, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир, Олег и Ася. Пока-пока.